конце прошлого года Казанский университет выиграл 2 мегагранта на проведение исследований в области биомедицины. Все подробности далее. Оба исследования будут связаны с изучением работы генов человека. Так, один из грантов, которым будет руководить японский исследователь Йошихиде Хаяшизаки, посвящен изучению скелетных и сердечных мышц. Данный проект будет реализовываться на базе совместной лаборатории Казанского университета и Японского института Рейкен. Будет изучено, почему скелетные мышцы и сердечные мышцы отличаются друг от друга, почему сердечная мышца, скажем так, подвержена ишемическим атакам. Второй грант посвящен изучению развития и предотвращения опухолевых заболеваний. Руководить проектом будет швейцарский ученый Симон Ханс Уве. Андрей Киясов также отметил, что благодаря мощной инфраструктуре вуза, сформировавшейся за последние 10 лет, ожидается успешная реализация обоих проектов. Но это, по сути дела, две точки. То есть я сказал, что это связано с генетикой, все. Но две точки – это два, скажем так, кита, которые будоражит все здравоохранение, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на первом месте, а от онкологии на втором месте во всем мире. На реализацию проектов запланировано 3 года. Общая сумма грантов составляет 180 миллионов рублей. Диана Желенкова, Универ Ньюс.